Двор дома номер 31 по улице Энергетиков запоминается многим жителям нашего города своими красивыми клумбами. Порядок в кооперативном доме у каждого подъезда и внутри. Заслуга это всех жильцов. Ну, при домовой территории, как вы увидели, мы украшаем, украшают девчонки наши жители очень старательно. Это я говорю так, девчонки. У нас в основном 60% пенсионеров живут в этом доме. У кого-то есть дача, кто приносит цветы с дачи. У кого нет, конечно, тратят свои деньги и покупают для того, чтобы было красиво. И нам из балкона посмотреть, и людям мимо пройти, и гостям, которые приходят, вот здесь на лавочке сидят, очень часто любуются. Дом этот находится на оживленном участке. Жизнь здесь кипит и днем, и ночью. Поэтому поспешили установить и камеры видеонаблюдения. Решение это приняли в прошлом году. Не все жильцы были согласны, но теперь даже они говорят спасибо. Ну, естественно, сначала приходят с пивами, и кто покрепче с чем приходит. Сначала тихонечко разговаривают, потом начинают орать, кричать, шуметь, плевать, мусорить и все остальное. И поэтому мы решили установить камеры. Когда только вот я сейчас выхожу, мне намного легче работать. Я сейчас выхожу с балкона и говорю: так, молодежь, камеры. Они посмотрят, скажут слово и пошли. Скажут волшебное слово на своем сленге молодежном и пошли. Вот когда установили камеру, камеры намного стало у нас чище, намного стало тише. И намного стало так культурнее, даже скажу. Помогли камеру уже раскрыть несколько краж. Злоумышленники сливали бензин, другие скручивали с машин номера. Благодаря изъятым видеозаписям полиции удалось наказать воришек. Но вернемся к теме цветочной. Дождливой ночью из клумбы возле 6-го подъезда выкопали рассаду. Пожилая преступница тоже попала в объектив. Случай это не первый. Подсаживать цветы в клумбы приходилось уже 4 раза. А ведь все это люди делают на свои личные сбережения. Подобные случаи возмутительны, и жильцы взывают к порядочности. Цените то, что вам дано природой, а особенно то, что сделано душой и руками людей наших. Люди стараются, а вы не только портите вот цветы. Мало того, что сняла, вот выкопала, она же еще и потоптала. Я почему говорю «она»? Потому что мы знаем эту женщину, знаем. Вот, к сожалению, не видим, чтобы ей это все в глаза сказать. Поэтому я обращаюсь вот через телевидение. Женщина на видеозаписи – жительница 33-го дома по той же улице. В полицию на нее, конечно, не заявили. Но пристыдить за такие поступки нужно обязательно. Хороший цветник – удовольствие не из дешевых. Но это не повод красть у других. Результат эпопеи с горе-флористами в этом году – это десятки опустевших клумб по всему городу и крупные суммы денег, потраченные на рассаду. Такими темпами инициативных людей, которые украшают улицы нашего города, опустятся руки. И любоваться будет нечем.